Киеву, Москве и Брюсселю удалось договориться о поставках газа в марте. На трехсторонней встрече в бельгийской столице «Газпром» и «Нафтогаз» дали гарантии бесперебойного транзита российского голубого топлива в Европу. Кроме того, Россия может рассмотреть вопрос предоставления скидки украинской стороне, если получит соответствующий запрос от Киева. Об этом заявил министр энергетики России. Сегодня газ для населения Украины подорожал почти на 300%. Это одно из условий МВФ для предоставления Киеву финансовой помощи. Ее размер 17,5 миллиардов долларов. 10 из них Украина рассчитывает получить уже в этом месяце. Отметим, совокупный размер финансирования украинской экономики со стороны МВФ и других источников составляет около 40 миллиардов долларов.